Как делишки, ребятишки, с вами снова Айсан, и сегодня вместе с Жекой мы продолжим нашу новую рубрику «Битва армий в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет, и эта серия выходит только благодаря вашим лайкам, так что спасибо вам большое. Да, и вы знаете, что делать, вы просто огромные молодцы, потому что под прошлой серией мы набрали офигеть как много лайков. И если на этой серии и у меня, и у Жеки мы наберем по 15 тысяч лайков, то мы обещаем то, что сразу же будет следующая серия, поэтому обязательно ставь лайк прямо сейчас, и после этого мы будем начинать, да? Да. Погнали, погнали. В общем, как я говорил в прошлой серии, если у нас выйдет вторая серия, вот это, то я вам покажу, как я буду строить весь замок, как я буду делать свое войско, как и чем я буду их снаряжать, луками, там, мечами, какой-то бронькой и прочее, прочее, прочее. Поэтому, ребята, у нас первая задача — это построить мой красный замок, который будет сражаться против синего замка. И нужно что-то придумать креативное. Кто не знает, то в прошлой серии у нас был 5 стаков воинов. В каждом стаке по 16 воинов. В этой серии у нас будет 10 стаков воинов, то есть 2 раза больше. Мне кажется, то, что в этот раз битва будет намного эпичнее, чем в прошлый раз. И мы немного изменили наши правила, чтобы не было такой лажи, которая была в прошлой серии. Поэтому, ребята, я вам еще раз быстренько скажу: поставь лайк. Лайк. Лайк! Прям сейчас поставь. Если мы также наберем много лайков, как под прошлой серии, то обязательно выйдет продолжение. И в честь Нового года, все, пожалуйста, кто не подписан, сделайте мне подарочек, подпишитесь на мой канал. Мне будет прям очень сильно приятно, если вы подпишетесь. А кто подписан на канал и до сих пор еще не нажал на колокольчик, кто нажимает на колокольчик, тот просто святой человек, тот просто гипер-супер молодец, потому что ему уведомление приходит в первую секунду после того, как я выпускаю ролик, и после того, как я начинаю стрим. Поэтому подписка, колокольчик и обязательно лайк. А сейчас, ребята, нам нужно построить красный замок. Ой, надо что-то придумать, как он вообще будет выглядеть у меня. В первую очередь я построю стены, ну, чтобы просто видеть, насколько огромный у меня будет замок, потому что в этом замке мне нужно уместить очень много различных комнат, чтобы всегда их открывать, и чтобы у меня из этих комнат всегда выходило подкрепление вот сюда, на поле битвы. Поэтому сейчас я продумаю, как же лучше это сделать. По размерам у меня замок будет, ну, вот примерно такой. Также я уже сюда поставил забор, чтобы мои воины не выходили наружу без моего личного разрешения, да. Я сделал специальные комнатки для каждого стака моих воинов. То есть тут будет первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И по центру у меня уже будет 32 воина. И всех своих остальных воинов я буду выпускать по очереди с комнаты, чтобы они всегда вступили в битву и поддержали своих собратьев на поле боя. У меня будут лучники, у меня будут мечники, у меня будут рыцари на конях и многое остальное. Поэтому давайте я сначала еще как-то украшу свой замок, а подумаю, что же еще тут можно построить, а после этого мы с вами уже начнем делать самих войн. Вот такой у меня замок получается. На самом деле очень даже такой минималистический, но прикольный. Последние штрихи, которые я хочу внести в этот замок, это символика. Символика мечей и значение то, что всем просто каранты. Всем, кто сюда подойдет, всем жопа. Поэтому лучше сюда не подходите. Не надо сюда подходить, даже не вздумайте. Обязательно нужно добавить кровь на мои стены, чтобы когда Жека и его войско сюда подошел, чтобы они просто все обосрались. А то вот уж насколько у меня лютый замок и насколько у меня лютое войско. И последний штрих, который нам осталось сделать, это создать Нексус. Опа! Все готово. Жеке нужно будет уничтожить мой Нексус, или мне нужно будет уничтожить его Нексус, чтобы победить. И сейчас, ребята, вместе с вами мы приступим к созданию нашего войска и также к его настройке. Это предметы, которые мы можем использовать для того, чтобы настраивать наше войско. Поэтому давайте мы возьмем каждый предмет по стаку. Вот так. И сейчас пойдем настраивать наше войско. Да, в принципе, я уже ничего больше строить не буду. Я еще хотел тут что-то сделать, но мне кажется, и так уже все нормально. А поэтому, ребята, сейчас нам нужно сделать 10 стаков воинов. А какие эти воины будут, я сейчас сам буду это решать.
Первая комната. Что у нас тут будет? Смотрите, я создаю один стак. Один стак Красной Армии. И сейчас я начну ее как-то усовершенствовать. Смотрите, в первую очередь нашей армии нужна бронька. Мы выкидываем кожу, и каждый из наших воинов подходит и одевается в кожаную броньку. Как видите, уже все почти, да, уже все одеты. Это уже хорошо. Также я еще Жеке написал то, что я добавил щиты в сундук, потому что мы забыли их добавить. Щиты — это у нас просто обычные тарелки, которую мы выкидываем, и каждый из наших воинов поднимает эту тарелку. Как видите, у него вроде в левой руке появляется такой небольшой щит. Как вы поняли, бронька, щит — это просто предметы, которые уменьшают урон нашим воинам. После этого всего я выкину им стак стекла, чтобы они, угадайте что, одели себе очки. Как видите, у них появляются очки. Зачем? Затем, чтобы видеть врага на более дальнюю дистанцию. После этого всего я им выбрасываю стак бумаги, чтобы они одели себе плащи. У нас же будут элитные воины, элитные войска. И как видите, каждый из них сейчас имеет беленький плащ. После этого я выбрасываю им палки, чтобы они имели оружие, чем можно бить по головам наших врагов. И также выбрасываю им стак слайма. Слайм — это такой усилитель не то что урона. Когда наш воин будет атаковать воина другого человека, точнее воина Жеки, своего противника, то он будет его замедлять вроде на 3 или на 4 секунды. Что-то в этом роде. Ну, то есть такой дебаф, можно сказать. И в принципе все, наша первая комната настроена. Я им дал все, что только можно было. Они уже отлично одеты. И сейчас мне нужно еще 9 раз проделать одну и ту же работу. Поэтому я сейчас быстренько побегу делать все остальные комнаты. Мне кажется, все остальные комнаты нет вам смысла показывать. Вместо палки если я дал им гравий, то гравий работал бы как лук. Я сейчас сделаю себе пару отрядов лучников и также 2 отряда рыцарей на конях. В общем, ребята, вся моя армия, весь мой замок готов. У меня в каждой комнате есть войско, лучники, щитоносцы, рыцари на лошадках и много всего остального. В принципе, я готов к войне. Ждем, пока Евгений закончит, и пойдем устраивать прям третью мировую. Посмотрим, кто выиграет на этот раз. Мне кажется, не стоит тянуть, поэтому сразу же будем приступать. Ты что бомбишь, ты что бомбишь? Я, понимаешь, у меня бомбит из-за этого мода. Ну ладно, я не буду... Не надо бомбить, да. У меня не бомбит вообще, ты чего ты взял вообще такое? Да я как бы не сомневаюсь даже, я вижу, все видят то, что у тебя не бомбит, все замечательно. Но я предлагаю начать уже, на самом деле. Да, я с тобой согласен. Подожди, а ты тыкнул на свой Nexus, да, чтобы он так мигал? Мигал, подожди. Опа, опа, да, он мигает, он все работает. А ты вообще понял, что я сплагиатил вот со своим замком? Я понял, да. Чё-то мне сразу напомнило какой-то Властелин колец, на самом деле. Ну, короче, ты готов? Давай, на счёт 3 стартуем просто. Стартуем. Мои воины готовы тебя просто уничтожить. Хорошо, давай. Насчитай. Давай, раз, два, три, в атаку! Смотри, у меня большая армия. Пацан один побежал, пацан к успеху шел. Давай. Вперед. Мне кажется, сложно будет натравить их друг на друга или нет, или все нормально. Смотри, какая большая армия, 2 бравых воина. Подожди, я провалился. Они идут в атаку. Я буду сегодня играть от тактики, знаешь, защиты. Мы убрали, кстати, башню. Мы ее убрали. Да, ее больше у нас нету, поэтому посмотри, давайте в атаку. Как-то давайте больше, давайте, выходите, засали. Моя тактика просто безупречно срабатывает. В атаку, бравые воины! Ни хрена себе, ты там наспавнил, пацаны, да выходите давайте уже наконец-то. Все засали. Я пока ломал забор, а я поубивал пару своих, но ничего, в атаку! Черепахи, вперед! Что происходит, Тедис? Я не понимаю. Это настоящая просто жопа. Подожди. Морковные лошадки, вперед! Все вперед! Где моя конница? Мои плавают в воде, задыхаются. Задыхаются? Братья, не умеют плавать. Давайте, пацаны, давайте в атаку. Смотри, куда...
у кого больше? У тебя пока что больше войск. Смотри, где твой король. Все, твоего короля убили, Жека. Ужас, мой король. Король кинулся. Проиграл, да. Ну, на самом деле, почему-то кажется то, что синих больше. Может, просто синий как-то больше выделяется? Да не, нифига как не больше. Типа, твоих 138, моих 102. Пацаны, моих давайте. Они все откидываются. Они все начали откидываться, нет, куда? Я хотел играть от тактики защиты, а не от тактики. Давай, у меня еще есть последняя суперсекретная комната. Ну, суперсекретная просто так в скобочках, ничего там секретного нету. Но все же. Подожди, у меня вопрос, а че все на моей базе собрались? А мои просто, знаешь, задавили. Они Нексус даже хреначат, поэтому нужно выпускать последних. Давайте, пацаны, в атаку. Слушай, мне кажется, что... Кажется, кто-то опять просрал. А, подожди, почему опять? В прошлой серии как бы ничья была. Ну там как бы ничья, да, но ты же понимаешь, что я Мы посмотрим, что будет в этой серии, посмотрим, как будет Нексус работать. Смотри, они мой Нексус уже даже начали пинать. Да, это не переживай, у меня войск осталось 25 человек, типа, и вряд ли они что-то смогут сделать против твоих 117. Морковные вот эти лошадки тащат, и смотри, какие у меня черепахи прикольные. На тортиках, да. На тортиках, да. Хватит, а у тебя кролики. У меня кролики. Вот смотри, у тебя тоже изумрудные какие-то ботинки. Как, почему, я не могу понять, откуда они их берут. Я не знаю. Вот у меня такая же фигня прошлая. А почему из них вообще тростник выпадает, если я тростник даже не добавлял? Не знаю. Беги, чувак, беги! Спасайся! Нет, кролика! Кролик, давайте, берите моего кролика! Опять скоммунизил кролика. В смысле? А, вот сейчас, подождите, пацаны. Подожди, у тебя еще будет сейчас респавниться вот эта фигня, да? Да, мои правые войны уже... Подожди, а у меня такой вопрос, а где твой Нексус? Он вот прям вот, видишь, вот тут. Мои его, мне кажется, не увидят на самом деле. Да? Ты как-то его очень высоко добавил. Ну давай, я не знаю, что можно сделать. А мне кажется, стоит его вниз поставить, потому что они его просто не видят. Ну хорошо, давай его поставим. Давай попробуем так. Так, его туда запихну. Нет, прикольно, знаешь, что типа сделал какой-то финальный такой босс где-то наверху, но они, мне кажется, не умеют залазить куда-то наверх. Так, посмотри. Я включил свой Nexus. Вроде бы. Пацаны, вот там, если что, Nexus, туда нужно бежать. Дебилы! Дебил! У меня армия дебилов, аутистов, понимаешь? Бегите на Nexus. А нет! Они его увидели! Они его Король в атаку! Смотри, у меня короля не было! У меня короля не было. Он стыбзил корону твоего короля, понимаешь? Ты смотри, сколько у меня тут воинов просто балду пинают. Да, если бы они сейчас были возле Нексуса, то моего Нексуса уже бы ничего не осталось. Я их могу как-то направить сюда? Типа, за королем! Сюда, пацаны, сюда, внутрь! Я не знаю, как ты их можешь туда направить. Да, смотри, но они вроде потихонечку двигаются. Хотя нет, что-то как-то не... Не, они двигаются, смотри, они просто толкаются. Они так кругами ходят. Пацаны, давайте. Вся армия почти у цели. Давайте. Как стенка на стенку. Подожди, стенка на... Жека, у меня такой вопрос. А ты им щиты давал? Нет, я не смог им дать щиты, потому что они их не хотели брать, понимаешь? Вот именно. Я что-то смотрю, типа, я наношу по 2 урона, так же ты наносишь по 1 урон. Я написал в чате, если что, то, что я добавил щиты. Не, я знаю, у меня просто щиты, они не выдавались почему-то. Не выдавались? Да, то есть я им, видимо, выдал что-то, ну, да, что заменяет щит. Какой-то заменитель. А я, правда, не понимаю, что я им выдал. Может, смотри, может, у тебя было слишком много лучников, потому что лучники не могут одновременно одевать и щиты, и луки. Да нет, у меня только один стак был лучник. У меня где-то 3. А мне кажется, может, просто лучники решают, потому что у меня где-то 4 вроде было стаков лучников. Да? Да. Мой Нексус! Пацаны, убивайте! 2-1! Все, он сломался. Да? Да. Подожди, больше не спавнит никого. Ебой! Мы захватили Минас Тирит, ну все, Мордор победил. Я не Мордор! Это просто трение, понимаешь? Шир против Шира был, да, и все. Я понял, хорошо. Шир против Шира. Шир против Шира, да. Хоббиты. Слушай, ну жестко. Это уже битва была поинтереснее. Да, и что самое главное, я вижу то, что тут реально даже иногда решает какая-то тактика и численность твоих лучников, рыцарей и вот этих всех.
Да, кажется... так что мы будем с каждой серии все больше и больше модернизировать свои умы и стратегии. Я в следующий раз вообще 10 стаков лучиков сделаю, и тебе хана! Понимаешь, вообще за секунду тебе хана! Я отомщу за своих братьев! Я отомщу не за надо! Своих братьев! Не надо! Дебил! Не взрывай, не взрывай мою армию! Я отомщу за них! Это не чё, это читерство. Ты свой замок сорвал. Ты ж не бог какой-то, чтобы минус 100 человек с одного ТНТ убить, понимаешь? Так, все, мы делаем новую армию, мы делаем. Новую армию. Хорошо, хорошо, давай новую армию, я хочу. Так, подожди. Тогда. Нет! Вот такую! Пацаны, спамьтесь, давайте, давайте. Опа, все, зашибись. Все, все, война началась. Война началась, мои тоже. Смотри, у меня еще даже воины тут на базе есть плаща, а хотя они просто поподнимали. А в общем, Жека, пускай они там воюют, я заспавню им еще пегасов, чтобы они полетали. И предлагаю на этом уже закончить. Ой. Да, я с тобой согласен. Так, подожди, я не сел. Садись. Я сейчас сяду. В следующий раз, Жека, не надо бомбить. Все будет нормально. Все будет. Черепашки, не надо, не всяких черепашек спавнить. Все отлично. Теперь настоящий зоопарк. Зоопарк, да. Настоящий зоопарк. Ребят, я хочу вам сказать то, что вы будете огромными молодцами, если вы на мой видос и, конечно же, на видос Жеки поставите огромные пальцы вверх. Обязательно на оба видоса. Минимум 15 лайков, мы с Жекой обещаем то, что сразу же выйдет новая серия. Прям честно. Да, и эта серия тоже вышла только благодаря вашим лайкам, потому что вы и у меня, и у Эдисона набрали прям кучу-кучу лайков, поэтому все зависит только от вас, да, Эдисон? Конечно, и я еще про подписку хотел писку сказать. Да, это про письку тоже надо говорить. В честь Нового года, сделайте нам такой небольшой подарочек, Я согласен. А вот, поэтому, ребята, огромное спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Покидываю.